Здравствуйте, настоящие белорусы! Меня зовут Александр Осенко. И сегодня, как обычно, мы раскроем рецепт жизни одного из нас. В гостях у нас директор Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии Сергей Львович Поляков. Пойду встречать гостя. Здравствуйте, Сергей Львович. Здравствуйте, Сан Саныч. Я очень рад, что вы к нам заехали сегодня в гости. Спасибо. Вы даже со своими заготовками? Думаю, для вас это будет неожиданно. Мы прибережем этот маленький секрет. Вот наша импровизированная кухня. Прекрасное место. Да, место нужно прекрасно, не погода сегодня хорошая. Итак, что у нас? Мы будем готовить два блюда. Так. И одно из них это будет мясо. Это есть. И мясо будет. Ребра кролика. Так. Все рецепты от Иваныча. Это мой друг очень близкий, который придумывает, изобретает. Это будет фасоль. Ну, что-то типа лобио. Так. И потом обжаренные, протушенные с луком ребра кролика, которые мы будем кушать отдельно. Так, поэтому это мы отправим пока в холодильник? Это мы пока отправим в холодильник, да, начнем так. С фасоли. Значит, начнем с фасоли, так. Хорошо. Но для начала наш фирменный фартук. Я, может, ради этого сюда и ехал. Сергей Львович. Да. Читал одно ваше интервью, и вы там признались, что вы соскучились по кухонным разговорам. Может быть, сегодня как раз-таки мы уберем эту вашу ностальгию? Все, что у нас ностальгирует, это, конечно, времена молодости, когда студенческие годы, когда ты становишься вроде как, ты еще не совсем вырос, но ты уже независимый, так. У тебя есть какой-то максимализм и кухня. Было то место, ну, где студенты, да и не только студенты, собирались, о чем-то говорили, пили кофе. Даже курили, хоть это нехорошо, ну что, как бы грехи молодости, они, наверное, есть у всех. Это всегда было, ну, как-то с душой искренне и приятно. И, наверное, когда это стало уходить, чего-то нам стало не хватать. Поэтому попытаемся сегодня это вернуть. Хорошо. Итак, так, значит, фасоль. Фасоль белая, красная? Любая. Любая, да. Мы работать будем с белой. Хорошо. Так, Сергей Львович, итак, я займусь грилем. Да. А вы всем остальным. Хорошо. Так, вот, пожалуйста, наша прекрасная кухня. Сергей Львович, да. У меня вопрос. Вот вы сказали, в юности курили. Ну, нет. А я курил, как вам сказать, я раскрою, значит, это секрет. Я много лет ездил, будучи студентом мединститута Минского. Все годы, которые я учился, ездил в стройотряды. Первый год это было в Беларуси, в совхоз Любань, недалеко от Нарочи. А потом я ездил в Западную Сибирь. И в стройотрядах каждые 2 часа должен был быть перекур. Ну, кто не курит, тот работает. Поэтому... А что строили? Ой, в Сибири строили все. Начиная от дорог, дома. В Нижневартовске, например, мы построили на тот момент первый... Наверное, зеленый стадион в городе, потому что город весь построен на мерзлоте, на таких грунтах, которые болотистые, насыпной. И мы построили школу, в которой мы жили, сделали стадион, мы его полностью озеленили с дренажной системой, поэтому ну, довольно много всего приходилось. Я даже один год работал сварщиком и варил каркас под фундамент 5-этажного дома, так что... У вас опыт строителя уже есть. Большой, но я его прекратил. Теперь, хотя как бы стройка сейчас вот пришлось заняться. Вы учились-то, получается, в меди? В мединституте были очень сильные стройотряды. То есть врачами в разные стройотряды. Можно было поехать в любой стройотряд страны. А вот именно как строительные, туда был конкурс, надо было пройти определенные испытания, чтобы пройти. Какие? Это были субботники, на которых, например, там надо было, мы вот все, что там на юго-западе, в районе Волгоград был, я не знаю, он сейчас есть, нет, этот универсам. Там было поле, которое, вот мы его засаживали, например, деревьями. Это, то есть это, ну, как бы на износ была работа, надо было выдержать, там, постоянно копая какие-то ямки, чуть ли не бегом, потому что брали не всех. Ну, это был такой отборочный тур, назовем это так. Да. Родители математики. Родители математики, да. Почему медицина? Хирургия? Дед и бабушка со стороны отца, они были врачами. Бабушка рано умерла, я ее мало знал. А дед, он прожил, слава богу, такую большую долгую жизнь.
более 90 лет ему было. Он закончил Смоленский мединститут когда-то и прошел. Он еще призвали его еще до войны, в 1939 году. Здесь на территории Белоруссии было это. И он встретил войну здесь и прошел всю войну, начиная. Тогда были военврачи, военврач. Угу. И уже где-то, наверное, по-моему, с 43-го года. В полевом госпитале. Да, это полевые госпиталя. У него три боевых ордена. Орден Красной Звезды и два ордена Отечественной войны, там первых по степеням. Угу. Вот. И закончил он войну уже после освобождения белорусской операции в Витебске. Он принимал участие в освобождении Витебска, их армия. Потом Кенигсберг. И закончил он войну уже в Забайкалье, война с Японией. То есть вот такая у него. А потом он работал врачом, оторингологом. И я еще когда уже был студентом, он уже был на пенсии, но он еще продолжал работать в Гомеле в том диспансере оторингологом. И каждый месяц мне финансово помогал. Вот я могу признать, что часть моей стипендии – это было то, что мне дед всегда, вот не родители, а дед. Ну и потом как-то, да, так. А почему хирурга? Все мальчики хотели быть хирургами, кто, когда поступали в институт, романтика. И... А онколог? Ну, в то время это я уже, посезнаю. Это, да. Знаете, раньше онкология – это уже как приговор было. Ну, и это было страшно. Почему? Потому что от неведения. Ты когда чего-то не знаешь, то ты, конечно, этого боишься. Так, нам надо с вами так резать лук, наверное. Да, да. Мы хотим приложить друг на друга, я понимаю. Но придется. Помочь. Да, значит, я вообще, когда я учился, у нас была субординатура, это шестой курс. У меня была по урологии. Я хотел быть урологом. И я стал таки урологом, действительно. То есть потом интернатура была уже после окончания по хирургии в Гомельском, в Гомельской областной больнице. Меня распределили в Гомель, поскольку родители были оттуда. А потом, после того, как я закончил интернатуру, места урологом нигде не было. И было единственное место в Гомельском областном онкологическом диспансере. Там открывалось отделение, его еще не было, отделение онкоурологии. И я, вот вы абсолютно правильно сказали, я шел на работу первый день и смотрел на людей, которых я там видел, и я думал, что они завтра все умрут. То есть страх, он присутствовал. Нам онкологию преподавали, может, я не помню, там неделя или две недели. То есть, ну, мы действительно немного знали. А в диспансере ты работаешь не урологом, а ты работаешь... это нормально, да. Ты работаешь именно, ну, как онколог, по сути дела. Ты сталкиваешься со всем, ты помогаешь, то есть, оперировать и другим своим коллегам. Потом уже, отработав два года, я очень хотел вернуться в Минск. Угу. Любовь, как бы, женщина здесь, да, и вот, как бы... Друзья, вся молодость, КВН, все это как-то было бурно. Три года я, год интернатуры, два года в Гомеле. Я поступил в клиническую ординатуру в онкоцентр. Тогда это был научно-исследовательский институт онкологии, медицинской кардиологии. Ну и все, и понеслось. И так начался трудовой путь. Да. То есть с 1991 года я работаю в онкоцентре. Все ступеньки прошли. Да, клинический ординатор, младший научный сотрудник, врач, старший научный, ведущий, заведующий отделением, зав. Отделом. Все постепенно. Как теперь смотрите на пациентов? Ой, ну, абсолютно, конечно, взгляд поменялся. Во-первых, и у людей поменялось отношение ко всему этому. То есть... Но это благодаря врачам. Конечно. Большинство... все-таки я в большинстве вижу исцеление. То есть многие люди, они исцеляются, уходят, забывают про эту болезнь, живут нормальной жизнью. К сожалению, конечно, встречаются и те, кому уже помочь нельзя. Но, по крайней мере, даже если нельзя человека излечить, то максимально попытаться продлить ему жизнь, в ряде случаев перевести в какое-то такое, ну, может быть, хроническое состояние, если так можно выразиться. Это, конечно, нам, слава богу, удается. Диагноз на образование – это уже не приговор. Нет, это не приговор. Злокачественная опухоль – это не приговор. И это пугает, это очень сильно пугает многих. Но мы стараемся все-таки как-то людям объяснить. За 30 лет вы были на Беларуси. Вот как вы охарактеризуете этот вот скачок в развитии? Об этом уже много раз говорил, но я повторю еще раз. Самое главное, что нам удалось сохранить то, что было.
и развить это благодаря новым технологиям, новым лекарствам, поднять на другой уровень. В Советском Союзе существовала онкология, она была как отдельное направление в медицине. То есть у нас были онкологические центры, онкологические диспансеры, межрайонные диспансеры, врачи-онкологи на местах. Угу. Это люди, которые занимались именно лечением и наблюдением диспансеризации пациентов с злокачественными образованиями. Когда этим занимаются узкие специалисты, и самое главное, пациенты находятся под контролем у этих людей. То есть они не уходят куда-то в никуда, они находятся в онкологическом канцер-регистре, который у нас создан еще с 70-х годов. Он существует, работает. Это величайшее достижение нашей медицины. Заговорились, и у нас... Забыли про огонь. Да. Значит, мы будем готовить на топленом масле. На топленом масле. На топленом масле. Отличие топленого масла от сливочного, в нем нет воды, в нем нет лактозы, которую многие не переносят. И оно не горит, когда на нем готовишь, не стреляет. Ну, конечно, стрелять может, если бы какое-то. Но в целом, то есть вот готовить на нем и как-то ароматнее все получается. И чеснок, да? Чеснок, да. Чистим, немножко раздавили, чуть-чуть порезали. А, я понял. Угу. Мы говорили про тему диагностики и скрининга с Дмитрием Евгеньевичем. Мы говорили о том, что в Беларуси это очень развито. И что порекомендуете нашим зрителям? Потому что многие, ну, реально боятся ходить к врачу. Наша задача максимально найти, выявить болезнь в ранней стадии. Или на предопухолевой стадии, если так можно выразиться. И в этой ситуации, естественно, скрининг каких-то заболеваний, он является лучшим способом предотвратить злокачественную опухоль или вылечить ее на ранней стадии. Но надо понимать, что скрининг вообще сам по себе это очень дорогое удовольствие. Ну, чем он вообще для страны? Для страны, конечно. У нас вообще медицина, знаете, она ведь хоть и прописана в нашей Конституции, что она бесплатна, но она не бесплатна. За нее платит государство. И платит очень много. И это надо понимать. Что бесплатной медицины как таковой нет. Просто за людей, для людей оплачивает все государство. И это величайшее достижение. Так вот, скрининг... Он тоже является крайне дорогостоящей моделью. Понятно, что дороже человеческой жизни ничего нет. В скрининге мы должны тотально пригласить всех пациентов. В группы, вернее, пациентов. Не всех людей, а определенные, скажем, либо это возраст, либо какие-то критерии. Там женщины после определенного возраста, мужчины после определенного возраста, от и до такого. И мы должны всех позвать. И вот я вам задам вопрос. А придут ли все? Да. К сожалению, нет. И в этой ситуации доказанные скрининги, которые показали свою эффективность, это скрининг рака молочной железы, когда женщинам в определенном возрасте выполняется маммография. Это скрининг рака шейки матки. Это скрининг колоректального рака, который, если объединить мужчин и женщин, сейчас... наверное, занимает первое место не только у нас в стране, а вообще в мире. И скрининг рака предстательной железы здесь для мужчин определенного возраста, в основном это старше 50 лет, это определение простат-специфического антигена. То есть методы, которые мы используем при скрининге, они должны быть довольно просты, относительно, конечно, легко доступны и эффективны. И вот то, о чем я вам перечислил, это как бы то, что уже доказано, что показало свою эффективность. Скрининг рака легкого там чуть сложнее, но эти научные программы тоже идут, в том числе и у нас. Начав какие-то вот эти программы скрининга, мы, в стране мы получили определенные результаты, но, к сожалению, вовлечь все население очень сложно. Было принято решение включить в программы скрининга в программу диспансеризации. Так, давайте. Давайте лук. Да. Надо добавить, наверное, да. Давайте. Угу. Что нам потом еще понадобится. Да. Я думаю, этого хватит. Это потом не обветрился, поставим сюда. Да. Грибы тоже сразу. И грибы сразу. Сразу добавляем грибы, да. Должно поместиться. И, конечно же, если мы выявим какую-то, допустим, для предстательной железы это выявление на ранней стадии. Для рака молочной железы
это тоже выявление на ранней стадии. А вот, например, для рака шейки матки можно выявить еще предопухолевое состояние. Вообще для шейки матки сейчас идет очень большая достаточно работа над тем, чтобы все-таки ввести официальные программы вакцинации, вакцину, которая предотвращает развитие, то есть вакцину против вируса папилломы человека. Но у нас эти прививки делают? У нас пока делают то, что на какой-то платной основе, поскольку доступность самой вакцины не для людей, а даже для государства, чтобы купить ее, это довольно проблематично, поскольку проблема довольно существенная, и тут даже вопрос не в цене, а в доступности, в том, что ее не хватает по всему миру. Но, слава богу, в Китае они очень активно этим занимались, и Китай создал несколько альтернативных вакцин. И вот именно китайские вакцины, скорее всего, в ближайшее время они будут закупаться. То есть у нас это сотрудничество. Да. Это очень позитивно, это очень хорошо и во многих направлениях. А нет какой-то одной таблетки, чтобы вылечиться? Коротко. Нет. В любом случае вы разговариваете с пациентом. Конечно, да. Людям становится не так страшно, спокойнее, понимаете? Какой самый большой трофей? А вы кто знаете, я смотрю. А нет такого извините, может, за мой непрофессионализм, скажу бытовое мнение, какой-то одной таблетки, чтобы взять и вылечиться. Коротко. Нет. Но если я просто, иногда, да, приходят люди и там... Дайте мне что-то одно. Нет, это одна категория, которой дайте, а другая категория говорит... Почему вы не работаете над тем, чтобы создать вакцину, бросить все силы? То есть сразу с лозунгом? Рака. Да, создайте вакцину от рака, и все, и вам все скажут спасибо. Ответ и сложный, и простой. Можно провести аналогию. Вспомните период ковида. Вакцина была создана. Да. Да. Через год понадобилась другая вакцина. Другая. Через полгода... Еще одна. А вы практикуете? Да. Да. Это, то есть вы совмещаете и административную, и... Да. Конечно, не так часто, как раньше. Но... А почему оставили за собой практику? Вы знаете, честно говоря, у меня это неплохо получалось. Я оперировал довольно много и сложные случаи. Это первое. Второе, конечно же, наверное, в ряде случаев даже иногда и пациенты, для них это не то, что там пришел, директор, профессор. История все равно какая-то моя осталась именно как хирурга. Бывают сложные случаи, когда мы какие-то создаем комбинированные комплексные бригады из другого центра, из центра Олега Григорьевича Румо или из... кардиоцентра, когда надо принять какое-то, взять на себя некую ответственность в этом. Где ответственность принимать проще? За столом операционным, либо в кабинете в кресле? Это разные вещи. Я вам скажу так, что вообще работа хирурга – это постоянное принятие решений. Все, что ты делаешь в операционной, ты каждый момент принимаешь какое-то решение. Даже если ты делаешь почти на автомате, какие-то моменты, ты все равно должен принимать решение сделать именно это. И мастерство хирурга, оно ведь проявляется во многих случаях не в каких-то стандартных ситуациях, когда ситуация нестандартная. А принятие решений в кабинете, как вы говорите, там тоже непросто. Во-первых, коллектив, это люди, это... Тоже живой организм. РНПЦ, да, это 2000 человек, по сути дела, то есть это как хороший завод. А еще почему хирургия, я вам честно скажу. Может, нельзя так говорить, но я признаюсь. Иногда в операционную идешь отдохнуть. Поскольку то есть вы психологически... в операционной отдыхаете? Не на всех операциях, конечно, но... Я имею в виду, моторика. Моторика, да, смена деятельности. И, конечно, постоянная эта кабинетная работа, она утомляет. Это действительно тяжело. Это очень много людей, с которыми тебе приходится общаться. Это решение каких-то задач, не только связанных с медициной. Это финансы, экономика, и стройка, туалет, и все, что хотите. До сих пор
столовая осталось, но в образовании это что-то. В любом случае вы разговариваете с пациентом. Конечно, да. И это я понимаю, какая это нагрузка психологическая. Да, ну вообще разговор с пациентами это очень важно. Вы затронули тему, которая, ну, она... Все проблемы, к сожалению, 95 проблем, которые возникают с тем, что люди там чем-то недовольны, они жалуются, они пишут обращения, это с людьми просто не договорили. Ну, просто вот где-то что-то там не то сказал или вообще не обратил внимания. Или грубо сказал. Или грубо сказал, устал, да, работа тяжелая, там, ну, вроде как пренебрег. И вот там ты можешь вылечить там тысячи людей, но на одном вот на вот этой недоговоренности споткнуться, и у человека останется на всю жизнь вот мнение о том, что вот плохо. С ним поступить. Да. Да. Общаться, конечно, с людьми надо. Людям становится не так страшно, спокойнее, понимаете? Когда человек рассказываешь, с людьми надо везде общаться. Везде, да. Везде совершенно общаться. В любом коллективе. Да. Особенно в медицине. Хотя и у нас в коллективе тоже это практикуется. Люди творческие, понимаете, они тоже, они как дети. Ну, кроме отдыха за операционным столом. Где еще отдых? Ну, я образно, конечно, там работа, но я имею в виду, это как это, смена вида деятельности. Смена вида деятельности, да. В последнее время я активно стал заниматься спортом. Уже, наверное, почти года два. Когда-то там в детстве у меня тоже был спорт, там, в студенческие годы. Я играл в волейбол, а сейчас это зал, регулярный зал. У меня есть группа единомышленников. Это люди абсолютно разных там специальностей, профессий, вида деятельности. Ну вот как-то у нас собралась такая компания, приблизительно все одного возраста. Я, наверное, даже, может, там и самый старший. И мы вот регулярно ходим в зал с тренером. Я, наверное, звучит грубо, тягаем железо, но это все под присмотром, все по каким-то программам. И я этим как бы увлекся. Иногда я хожу на бокс. Бокс такой с грушей, но это более такое кардио. В зал вот я втянулся. Сначала я себя заставлял, потом я втянулся, и я получаю от этого действительно удовольствие. И второе – это охота. Не так давно я стал охотником, но охочусь я, стараюсь. Это тоже не всегда получается, но стараюсь более-менее регулярно. А какая охота? Загонно или так с собачкой погулять? Нет, с собачкой погулять, собачки у меня нет. Я живу в квартире. Так. А, в основном не, с подхода. Почему еще охота? Конечно, с подходом, с егерем. С егерем, да-да-да, только с егерем. Егерь один. Разные, но в одном месте. Ну, а поговорить по душам с егерем? Ой, о чем вы? Это близкий друг, это можно сказать. Это даже, наверное, больше, чем охота. Во-первых, ты узнаешь наш край, узнаешь природу, животных. Третье, с небольшим секретом. Мы ее не до конца открываем. Лайфхак. Да. Сливаем. Теперь мы ее открываем. Берем толкушку. И наша задача... Так, может быть, Так. Может, ее давайте мы в какую-нибудь все-таки плошечку. Вот в эту вот. Ну, мы же как на охоте с вами. Мы же в плошке. Плошки – это роскошь. У меня всегда с собой металлические плошки. Ладно. И теперь мы ее должны растолочь. А где научились этому блюду? Вы говорите, у Иваныча секретный. Иваныч, нет, не охотник. Какой самый большой трофей? Или такой запоминающийся? Был интересный случай, когда олень в период гона, уже старый, видно было, что он старый. Много сучков. Ну, рога были просто фантастические. И он стоял довольно далеко, и мы были вдвоем с моим другом, который охотник уже много лет, и мы стреляли вдвоем одновременно. Мы так договорились, что вы очень хотели мы добыть этого оленя. Мы долго подходили, долго выжидали, поскольку самок было много, надо же самку уж нельзя, не дай бог, ранить. Да-да-да. Вот. И когда он остался один, мы стреляли вдвоем, и обе пули легли в сердце.
Вот. Вот. Выстрел. Хороший, да. А вообще, самая, наверное, сложная, интересная охота – это охота на волка. Очень... Было так, что через флажки перепрыгивал? Было. Не попал. Я не попал, и он перепрыгнул через флажки. А вы все знаете, я смотрю. Было, да. Искали козлика, и вечером, еще не ночью, вышли, и волк сидит. И я вот точно в него попал, но он ушел. И лес очень густой, и так мы его и не нашли, поскольку даже раненый волк, он может очень долго идти. Волк очень умное животное. Так, ложка. Еще? Да, все. Давайте, значит, хмели-сунели. Так, орехи. Да, у нас это грецкий орех, 100 грамм. Дробленый. Дробленого ореха. А это что у нас? Что-то типа сальсы. Это острый перец. Острый. Mm-hmm. Ну, много не надо. То есть именно пастой получается? Да. Ставим, накрываем крышкой. Минут 10. В это время я хочу вам предложить вспомнить вашу юность, молодость. У нас большая очень площадка. Кто-то дрова рубит, кто-то на скакалке скачет, кто-то вяжет. Может, волейбол? Мастер-класс. Искуситель. Ну что, вспомни молодость. Руки вспомнят. Ой! Спасибо. Спасибо. В детстве были хулиганом? Стройки, прыжки в песок со второго этажа. Место силы. Я туда попал очень взрослым. Ну, там классно. Предлагали уехать за границу работать? Надо в стране рождаться и жить. Что у нас там? Кинза, кинза. Нам кинза. Осталось кинза. Кинза. Так, мы ее как рубим? Да-да-да, рубим. Меленько, меленько. Отлично. Меленько? Супер. Главные пальцы? Все. Так. Ух ты, как у нас тут. Да. Вспомнили юность? Да. А вы говорили, руки вспомнят. Да, кстати, у хирургов тоже так. Все спрашивают, а сколько? Надо, чтобы не оперировать, чтобы все забыть. Невозможно. Накрыли еще на 2 минуты. Сергей Иванович, да. Не задумывались? А над чем? Дом свой. Да, я хотел в деревне. Работа с людьми, она хочется вот... Побыть одному. Побыть одному, да. В тишине. В тишине. И, наверное, вот на даче это не всегда как получается. Хотя тут... Выбрали в деревне, большой или в такой вот невзрачной? В Минской области нет невзрачных деревьев. Знаете, я вам приведу пример. Я прописан в Брасовском районе... В деревне, но в это, которой 10 дворов, но это и у меня там дача. Это Брасловский район, это Витебская область. А это все-таки в пределах... В Брасловском районе, поверьте, найти деревушку или хуторок на отшибе еще надо постараться. Ну, может быть. Эта деревня большая, но как бы вот сам это место, которое мне запало, там был когда-то дом чей-то, мы его в итоге и купили, он такой полуразрушенный был. Все, снимаем. Ну, какая красота. И это мы на природе, это мы как бы шли... Ну, так это же все зафиксировано, да. Именно на природе. Участок, он, ну, почти как хутор, скажем так. То есть там только один сосед, окраина деревни получается. Там дальше следующая деревня идет, но само место, оно на холме. И ты как бы вот и далеко, ну как, 150 метров от общей проезжей дороги. Mm-hmm. Обычно же в деревнях как бы дорога. Да, вдоль... и потом, да. А там получается дорога, поле фермера другого и холм где-то, ну, приличный. И ты стоишь, и как бы вот у тебя вся вот эта местность, она такая холмистая, там где-то пасека, где-то... И я как стал, сказал, здесь. Так, мы это оставляем здесь пока, так? Так, да. Так, сейчас все, я... мы начинаем. Закладываю дрова, да. Под казан. Лук есть, чеснок есть. Ваш гостинец. Да. А я занимаюсь грилем. Так, домик уже стоит? Да, домик стоит. Ну, как профессионал, знаете, что
коровку поставить, это ж... И уже ты думаешь, еще и уже все. Не, окна есть, там крыша есть, конечно, уже накрыта, но потом же начинается все самое интересное. Свет, вода, тепло, отделка. А тепло вы как будете? Печкой либо электро? Нет, ну электро, да, но камин, конечно же, какой-то будет. На самом деле, очень льготные цены. Так, это у нас ребра кролика. Это кролик, да, это кролик. В детстве были хулиганом? Я был дворовым, то есть у меня было все, футбол, крыши, какие-то стройки. Стройка, это, ой, когда, это вообще стройки, прыжки в песок, со второго этажа походы в поисках каких-то там, не знаю, кладов. Ну, то есть было нормальное такое уличное советское детство. Наши зрители, да. Кто родился в СССР, должен все нас понять. Там. Это так, мы будем тоже готовить на отопленном масле. На отопленном, не жалеем. С чего мы начнем? Начнем мы с чеснока. Мы его бросим, его обжарим и потом извлечем, чтобы он не дал горечь. Я понимаю, мы будем обжаривать, да, кролика. Для начала нам надо обжарить вот эти ребрышки, чтобы они покрылись небольшой такой, запеклись. Место силы. Охота. Участок, квартиры, либо что-то еще есть. Вы еще у нас и депутат областного, да, совета депутатов. Это постоянно люди. Ну, вы знаете, это, наверное, вот то место, куда я езжу на охоту. Ну, периодически, скажем так, разные места ездишь. Благодаря, кстати, охоте я действительно посмотрел нашу страну. Вот эти места, где Освея, наверное, вот там. Витебщина. Да, Витебщина. Все-таки тут, там тоже как бы есть вот этот момент холма и вот этого бескрайнего озера. Второе озеро по величине. Ну, там все. Все. То вот есть при возможности, хотя вы едете я туда попал очень взрослым, очень, скажем, даже слишком взрослым. Ну, там классно. А если брать город Минск, это то место, где, вот, где мы живем, где ваш офис находится. Я живу в районе площади Победы. Вот. Район вот этот Свислочи, парка Горького, это, наверное, тоже одно из самых таких. То есть вот эта вот тяга к воде, пройтись по набережной, да, это все стало с детства? Конечно. Ну, это не уйдет никуда. Достаточно. Давайте. Предлагали уехать за границу работать? Я стажировался в Германии, в Кёльне, 3 месяца. Я жил там без знания немецкого языка. Я, ну, достаточно, скажем так, неплохо могу использовать английский в своей жизни. Так, давайте так, мы по шумовочку. Вот, да, сюда я вам... Значит, я стажировался в университетской клинике, в урологическом отделении с очень прекрасными людьми. И до сих пор у нас очень добрые, теплые отношения. Кстати, после той стажировки профессор, с которым мы там подружились, он приехал в Минск со всей своей семьей. И он для себя, конечно, открыл Беларусь. То есть они, то есть даже не представляли, насколько как бы здесь красиво, здорово, интересно все. И он мне, да, тогда это было в 2005 году, он мне тогда говорит: «Сергей, тебе с твоими как бы возможностями, вот только выучи немецкий и все». Но у меня и здесь как бы неплохо все в плане в профессиональном складывалось. Я уже тогда был заведующим отделением. А во-вторых, все-таки, когда ты поживешь в стране, то есть не просто приехал там как там туристом, а когда даже 3 месяца, ну, ты понимаешь разность менталитета, разность каких-то... То есть, знаете, есть такая... Я уже не один раз это говорил, она известная, эта фраза. Да, уехать – это немножечко умереть. Наверное, какие-то материальные моменты были бы там лучше. Наверное. Я не знаю. Но душа? Но душа, вот кухня, о которой мы с вами говорили, вот это общение, люди... Ну, для меня это было бы... То есть даже вот квартира, к которой ты привык, соседи... Наверное, все-таки надо в стране рождаться и жить. Во сколько лет вы защитили свою кандидатскую? Ой, кандидатскую, я уже не помню, в 98 году, по-моему. Я приехал работать в РНПЦ. Здесь тогда это было, говорю, не, то есть работа... Это было само собой разумеется. Ты не мог себе представить, что ты не будешь как бы... Заниматься наукой. Заниматься наукой. Я и сейчас, когда приходят молодые люди... Вот, я хочу у вас работать. Я сразу говорю, что
ты будешь писать, заниматься наукой, писать диссертацию, там, писать статьи? Ну, почти все говорят, да, буду. А это не так просто. Какое занятие молодое поколение, которое к вам приходит? Молодое поколение. К нам положительно. По приглашению нашего государственного университета медицинского был председателем экзаменационной комиссии на госэкзаменах у выпускников лечебного факультета. К нам в центр люди ниже там, 9,5 баллов среднего не приходят. То есть, если человек приходит, он должен уже привыкнуть учиться. Он понимает, куда он идет. Да. Конечно же, сразу попасть в РНПЦ, это слишком круто, так можно выразиться. Можно поработать где-то и в других местах. Но вот есть люди, кто и сразу попадает. Они проходят у нас интернатуру и остаются. Угу. Поэтому... У нас сейчас проект есть девчонка одна. У нас тоже будут девушки-медики, но только мы, знаете, мы пошли в глубинку, мы взяли ФАПы. Они настолько уникальны, они общаются вот там на месте, вот в этих деревушках, где-то в больших поселках, где-то в маленьких, с людьми, и они прирастают к этому месту, где они работают. Кто-то говорит, я от работы уеду, а кто-то остается потом. А кто-то приезжает, я вам хочу сказать. Я был, когда вот... Ну, в рамках своего депутатства, скажем так, ездил по некоторым населенным пунктам. И в одном из населенных пунктов меня прямо они, зайдите в наш ФАП, зайдите в наш ФАП. И была медсестра, она переехала из Минска. Это человек влюбленный вообще. Там она все за свои деньги покупает, там часы, там еще что-то. Ну, украшения какие-то, там для детей какие-то развлекалочки, игрушки. Там не ФАП, там конфетка. Вот именно... На таких душевных папах умеет с людьми разговаривать. Как вы говорили, приходит бабушка или дедушка. Они же больше приходят, чтобы с ними поговорили, особенно когда они одиноки. Там работают очень уникальные люди. Так, все забрасываем сюда. Немножко перца и соли. Достаточно, наверное. Можно любую приправу, но у нас есть мерисунели, почему? Ей не воспользоваться. Супер. И наверх лук. Потушится, потом перемешаем еще. Надо раз бывает. Накроем. Да. Ну что, Сергей Львович, 15-20 минут прошло? Все готово, да. Мы с вами очень душевно поговорили и посмотрим, что тут у нас. Ух ты! Лепота. Ух ты. Хороший кролик. Я предлагаю это все на тарелочке и потом дегустировать. Так. Так. Ну, мы же должны что-то оставить коллегам, я так понимаю. Ну, конечно, Сергей Львович. Понимаете, вот они все тут стоят, уже тоже наготове. А посмотрите, как красиво. Не отходя от гриля, и попробуем. Так, попробуем фасоль. Сергей Львович, изумительно. Большое спасибо за то, что нужно. Подаренный рецепт. Это было очень вкусно. И по традиции нашей программы, рецепт жизни от настоящего белоруса Сергея Львовича Полякова. Ну, рецепты, они, наверное, очень простые. Это, конечно же, любовь. Прежде всего, к своим близким, к своей семье, которая, безусловно, перерождается в любовь к тому месту, где ты живешь, где ты работаешь, к своей родине, поскольку это все взаимосвязано, и без этого не может быть ничего. И все-таки трудолюбие, работа, которая сподвигает тебя к дальнейшим каким-то поступкам, и она не может быть легкой. Она, если ты отдаешься полностью, кем бы ты ни работал, это доктор, повар, оператор. Если ты будешь работать и отдаваться искренне, с трудолюбием, с любовью, то все получится. Спасибо, Сергей Львович. Уважаемые телезрители, это был рецепт блюда и рецепт жизни от нашего гостя, настоящего белоруса Сергея Львовича Полякова.
Но сейчас по нашей традиции, Сергей Иванович, приглашайте всю команду, потому что вилки, ложки уже у них на изготовке. Угощайтесь, хозяева дорогие.